ребята узнают, знакомятся с человеком ближе, и двум сердечком. С седлом уздечкой проходят далее тренинг и отправка на ипподром. Ну а сейчас очередной нашим представителем это лошадь бывшего президента, премьера Владимира Владимировича Путина. Привет всем дар. 98 года рождения он у нас. Вот. После, значит, выводки мы его подседлаем, дадим вам возможность фотографироваться на нем или рядом с ним. Если не получается сфотографироваться с премьером, то сфотографируйтесь с президентом.